Добрый день! Во втором видео мы уже начали говорить про оценку законов. Теперь остановимся подробнее на методике, которую принял Джугурку Кинеш. Здесь мы расскажем об основных этапах проведения оценки. За полной информацией следует обращаться к утвержденной методике. Методическое руководство по оценке исполнения законов является составной частью постановления Джугурку Кинеша, принятого 20 ноября 2019 года. Оно также включает концепцию внедрения инструментов парламентской оценки и методическое руководство по оценке результатов реализации государственных программ. Методика оценки исполнения законов довольно подробна, что должно помочь депутатам, сотрудникам аппарата и экспертам в организации процессов. Основным субъектом проведения оценки является профильный комитет. От имени комитета проводится оценка. Он определяет законы, подлежащие оценке за текущий год, принимает техническое задание, заслушивает результаты, соглашаясь или не соглашаясь с ними. И именно комитет принимает решение по итогам, дает соответствующие поручения. Предусмотрена также возможность оценки по инициативе палаты. Тогда результаты напрямую предоставляются всему депутатскому корпусу. К проведению оценки привлекаются представители гражданского общества и эксперты, профессиональные оценщики. Это должно обеспечить объективность и учет общественного мнения. Объектами оценки служит воздействие на общество отдельно взятого закона или смежного законодательства, то есть группы законов, которые объединены одной тематикой. Например, уголовное законодательство или законодательство о поддержке сельского хозяйства. Методика предполагает подготовительный этап и два основных этапа – это оценка исполнения закона и последующий анализ исполнения рекомендаций и поручений, данных по результатам первого этапа. Все начинается с предварительной работы. От предварительного этапа зависит то, как пройдет оценка. Поможет ли она выявить, насколько нормы закона работают, как они влияют на жизнь общества, как улучшить практику исполнения законов и, возможно, сами законы. В самом широком смысле предварительный этап начинается задолго до оценки, еще в ходе обсуждения законопроекта. Важно, чтобы цели и ожидаемые результаты воздействия были прописаны максимально конкретно. В последующем оценщики будут обращать на это внимание, сопоставляя реальность с ожиданиями. Предварительный этап оценки закона включает следующее. Каждый комитет за год должен оценить не менее одного закона. Рекомендации по выбору закона могут поступать от депутатов, правительства и гражданского сектора. Обращается внимание на общественную значимость, наличие обращений граждан, срок не менее года после вступления в силу и другие критерии, которые есть в методике. После того, как все комитеты определятся со своими профильными законами, ТРОГА утверждает единый перечень законов, подлежащих оценке в течение сессии. Комитет из своего числа определяет ответственного за проведение оценки. Он или она возглавит соответствующую рабочую группу. Принимается техническое задание для оценки. В нем комитет ставит задачи и предметы, которые должны быть изучены. Также определяются сроки. Чтобы понять, как реализуется закон, нужно изучить его исполнение с разных точек зрения. Иными словами, это и есть предметы оценки. Это могут быть финансовое обеспечение закона, правоприменение, закрепление в подзаконных актах, соблюдение прав человека и воздействие закона, исходя из заявленных результатов. Последний предмет для оценки наиболее принципиальный. Оценка в первую очередь направлена на анализ воздействия. Помимо прочего, методика предписывает изучение влияния норм закона на права и интересы женщин и различных уязвимых групп населения. К сожалению, не всегда справки об основаниях законопроектам содержат перечень измеримых ожидаемых результатов, индикаторов их достижения. В этом случае созданная для оценки рабочая группа с участием государственных органов должна уточнить результаты. Создается рабочая группа, включающая депутатов, сотрудников отдела комитета, представителей профильных НПО и экспертов. Рабочая группа координирует проведение оценки. Что касается проведения самих оценочных мероприятий, то методика предусматривает два варианта. Первый – непосредственно с членами рабочей группы по распределению. В
второй с передачей этих задач профессиональным оценщикам на основе тендера за счет средств парламента или за счет доноров. Рабочая группа на основе технического задания разрабатывает подробную методологию. Она включает вопросы для изучения, инструменты. Подбор инструментов критически важен. Довольно часто, чтобы всесторонне изучить один вопрос, нужно использовать разные инструменты. Это могут быть запросы в государственные органы, опросы должностных лиц и фокус-группы с представителями гражданского общества, анализ публикаций. В случае наличия достаточных средств можно провести социологические опросы. Обратимся к примеру рабочей группы Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, оценившей закон о профилактике правонарушений. В качестве одного из предметов оценки было решено изучить, как нормы закона о создании координационных совещаний правоохранительных органов воздействуют на развитие социального партнерства. Для этого были направлены запросы в МВД и Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений. Запросы включали информацию о количестве координационных совещаний, об имеющейся нормативной базе, практике вовлечения МСУ и гражданского общества в координационные совещания. Также были опрошены сотрудники МСУ и представители неправительственных организаций. Проведены интервью с должностными лицами МВД и госагентства. После проведения оценочных мероприятий должна быть подготовлена справка. Рекомендованные параметры этого документа указаны в методике. Вместе со справкой комитет получает проект решения. Рассмотрев итоги первого этапа, комитет принимает решение, которое содержит основные выводы оценки, поручения и рекомендации различным сторонам. Указываются сроки исполнения. Например, после оценки исполнения закона о профилактике правонарушений профильный комитет дал правительству поручение полностью пересмотреть закон и принять концепцию государственной политики в сфере профилактики правонарушений. Оценка исполнения одной статьи закона об охране и защите от семейного насилия привела к принятию правительством положения о порядке осуществления охраны и защиты от семейного насилия. Через 6 месяцев после решения комитета рабочая группа и привлеченные оценщики проводят второй этап. Он направлен на анализ исполнения поручений и рекомендаций комитета, которые были даны по итогам первого этапа. Концепция и методика предписывают, что комитет прилагает усилия для доведения до логического завершения результатов оценки, с тем, чтобы они не были забыты и по ним был дан содержательный ответ. При этом концепция содержит рекомендацию правительству выработать механизмы участия в оценке и реализации вытекающих поручений. Например, предполагается, что правительство представит комитету план по совершенствованию исполнения оцененного закона. Как и на первом этапе, рабочая группа проводит оценочные мероприятия, анализирует ответы госорганов, проводит опросы. По итогам направляет комитету справку и проект решения. Смысл оценки заключается не в поиске виновных, а в содействии совершенствованию правоприменения и самих законов. Тем не менее, в случае, если поручения по итогам первого этапа были проигнорированы госорганами, комитет оставляет за собой право вынести вопрос об ответственности должностных лиц на заседание палаты. Также ожидается, что во время рассмотрения ежегодного отчета премьер-министра о работе правительства Джугуркукинеш будет учитывать способность исполнительной власти должным образом реагировать на результаты проведенных оценок за прошедший год. Спасибо за внимание. Берегите себя.